Здравствуйте, сегодня я доложусь вам о результатах наших экспериментов. Итак, первый эксперимент у нас был замачивание семян двумя различными способами. Первый способ, мы замачивали семена вот на такую подложку из бумаги, из салфеток. И второй способ мы замачивали в губку, обычную человеческую губку. Итак, результат. Я вам показываю. Итак, результат таков, что все семена, то есть салфетка вся влажная. Могу сказать, что единичное количество семечек взошло. Ну, вот я их наблюдаю. 1-2 семечка, которые взошли. Остальные семечки, как были в первозданном виде, так они и остались. Очень много людей мне пишут о том, что это достаточно продвинутый и очень надежный способ. Даже некоторые советуют вообще начинать выращивать семена вот таким способом. Но могу сказать, что даже вот с проращиванием семян он справился, ну, на двойку. То есть я, честно говоря, проращивать семена вот таким способом не буду. Результат второго эксперимента, когда мы замачивали в губку. Могу сказать, что он меня очень приятно удивил. Семена все в губке, все проросли. Корешки очень хорошие. Они даже начинают цепляться за губку. Могу еще раз напомнить вам, что семена и здесь одинаковые. Время прорастания семян 2 дня. Ссылку о том, как я все это делала, ссылку я в конце в комментариях дам. То есть семена, вот даже вот вы видите, какие проросли, видите, какие корешки. То есть по сравнению вот с тем способом, который показала в пакете, ну, этот способ просто на голову выше. Вот. Семена проросли все. Условие проращивания было одно и то же, то есть в одном помещении они находились в одних одинаковых условиях, то есть все было закрыто герметичными мешками. Температура одинаковая, семена одинаковые и освещенность тоже была одинаковая. То есть все одинаковое. Ну, результат перед вами. Так что делайте выводы и оставайтесь с нами.